Сегодня у нас вебинар по химии для учителей и учащихся на тему «Химическая кинетика и равновесие». Проведет вебинар Доронькин Владимир Николаевич, кандидат химических наук, доцент Ростовского государственного университета путей сообщения, автор пособий по химии нашего издательства. С графиком проведения дальнейших вебинаров вы можете ознакомиться на нашем сайте. Там же вам доступен и архив вебинаров. Все материалы проводимых мероприятий мы размещаем на нашем сайте. Вопросы, которые возникают у вас в течение мероприятия, вы можете задавать в чате. Для получения сертификата участника необходимо внимательно и корректно заполнить анкету при входе на вебинар и ответить на вопросы во вкладке «Опрос». Наш вебинар продлится до 16:30 по московскому времени. Я желаю всем плодотворной работы и приглашаю нашего лектора. Добрый день, коллеги! Рад приветствовать вас на нашем вебинаре. Начинаем работать. Включите, пожалуйста, первую презентацию «Скорость химической реакции». И на последнем занятии, когда мы заканчивали работать предыдущий вебинар окислительно-восстановительной реакции, электролиз, кто-то из слушателей спросил, что происходит при электролизе солей дикарбоновых кислот. Я посмотрел учебники Несмеянова и Чичибабина, потом попытался поискать немножко еще литературу. Значит, описана единственная реакция электролиза солей дикарбоновых кислот – это реакция Кольби. Сам Кольби провел ее еще в 1864 году. Электролиз натриевых солей фумарата, фумаровой кислоты и малеиновой кислоты. Значит, это кислоты цистрансизомеры 1,4-бутендиовой кислоты. При электролизе получается, ну так как вы и ожидали, молекула такой кислоты плюс две молекулы воды образуются ацетилен, два моля углекислого газа, два натрия H и водород. Больше в литературе, ну, к сожалению, к счастью, не знаю, как сказать, по факту, никаких пояснений не было. Достаточно много, имеются упоминания о том, что проводят электролиз монометиловых эфиров, натриевых солей монометиловых эфиров, таких кислот, дикарбоновых кислот. При этом, в соответствии с ожиданием, с тем ожиданием, которое мы должны получать, происходит удлинение углеводородной цепи, получаются дикарбоновые кислоты, это используется с более длинным углеводородным радикалом. Других сведений, к сожалению, не удалось найти. И в учебнике, тоже электрохимия из органических соединений, эта реакция даже не упоминается, наверное, как не имеющая практического значения. Так, теперь переходим дальше. Наша тема сегодня – это скорость химических реакций. Вопрос 21 по спецификации 2017 года. Вначале нужно разобраться. Значит, занятие будет построено следующим образом по скорости. Вначале краткое изложение теории, оно в большей степени относится к ученикам, если ученики присутствуют. И потом разбор тестов в том формате, 10 заданий мы разберем, в том формате, в котором они предлагаются в этом спецификации 2017 года. Значит, что такое вообще скорость? Скорость – это изменение какой-либо величины в единицу времени. Например, это может быть скорость движения, скорость инфляции, скорость прироста массы, может быть скорость эпидемии, и такое тоже иногда говорят. Но во всяком случае это изменение любой величины в единицу времени. В химии измеряемым параметром является концентрация вещества. Поэтому скорость химической реакции – это изменение концентрации вещества в единицу времени. С2 минус С1 разделить на Т2 минус Т1 или дельта С делить на дельта Т. Где С – концентрация вещества, в химической кинетике измеряют ее концентрацию в молях на литр. Значит, рассмотрим график. Пусть у нас по оси Y отложена концентрация продукта реакции, по оси X – время. Понятно, что концентрация продукта при протекании реакции будет все время увеличиваться. Поэтому времени T1 соответствует концентрации C1, времени T2 – концентрация C2.
И тогда выражение для скорости химической реакции, эта величина будет больше нуля, как и должно быть для любой скорости. Рассмотрим второй график. Пусть у нас будет опять концентрация, но только исходного вещества. И понятно, что концентрация исходного вещества при протекании реакции будет уменьшаться. Времени t1 концентрация c1, времени t2 концентрация c2. И вы видите, что вторая концентрация меньше, чем первая концентрация. Поэтому выражение для скорости, вычисленное по правильной формуле, окажется его величина меньше нуля. Но вы помните, что по физическому смыслу скорость не может быть отрицательной величиной. Она может иметь направление, но должна быть обязательно положительной. Поэтому выражение для скорости берется по абсолютной величине, по модулю. И точно так же вы помните, что когда раскрывают модуль, записывают это как плюс-минус изменение каких-то величин, где знак плюс относится к области изменения по продукту реакции, и знак минус при изменении концентрации по исходному веществу. Для того, чтобы уверенно отвечать на вопросы, связанные с вопросом 21, нужно четко понимать, от чего зависит скорость химической реакции. Как протекает химическая реакция? Химическая реакция обязательно протекает при столкновении молекул. Это всегда будет первым этапом любой химической реакции. Но не каждое столкновение заканчивается реакцией. Ну, например, будем считать, что я иду по улице и сажусь в автобус. Если я коснулся рукой за поручень автобуса, то мы фактически произошло столкновение. Ну, как мы столкнулись с этим автобусом, так мы спокойно и разошлись. Только активные, быстрые молекулы, которые имеют повышенную по сравнению со средней энергию, преодолевают силы отталкивания между электронными оболочками и попадают в так называемое переходное состояние. В переходном состоянии старые связи разрываются, а новые связи образуются. Избыточная энергия, которая нужна для того, чтобы преодолеть силы отталкивания, называется энергией активации. Энергия активации. Вот на этой простенькой картинке, вот на этом простеньком объяснении, можно четко увидеть три фактора, три причины, от которых зависит скорость химической реакции. Вначале я разбираю картинку, а потом мы будем все эти факторы запишем, выведя на отдельные слайды. Прежде всего, скорость реакции зависит от самих веществ, которые реагируют. Во-вторых, реакция начинается со столкновения молекул. Поэтому если молекулы будут сталкиваться чаще, то скорость реакции будет, конечно, больше. Поэтому фактор второй будет частота столкновения молекул. И, наконец, для того, чтобы образовать переходное состояние, у нас должно быть большое число, чем больше число активных молекул, тем чаще возникает переходное состояние и будет больше скорость химической реакции. То есть зависит от энергии сталкивающихся молекул. И вот теперь начинаем разбирать эти факторы. Только для понимания, коллеги, скорость реакции зависит, первый фактор, от природы реагирующих веществ. Например, золото в воде и железо в воде. Золото в воде не изменяется в течение тысяч лет, а железо в воде подвергается интенсивной коррозии. Второй фактор – от частоты столкновения молекул. Этот фактор называется закон действующих масс Гультберга и Вааге. Значит, зависит тем самым от концентрации исходных веществ для реакции в растворах и газах, от давления для реакции с участием газообразных веществ и от степени измельчения, от площади соприкосновения для гетерогенных реакций. Разбираем закон действующих масс. Закон этот был установлен русским химиком Бекетовым, когда он наблюдал растворение металлов в растворах кислот, составлял свой ряд активности, но признание получил как закон действующих масс Гультберга и Вааге. При постоянной температуре скорость химической реакции прямо пропорциональна
произведению концентрации реагирующих веществ в степенях, которые равны коэффициентам в уравнении реакции. Пусть у нас будет какое-то общее уравнение химической реакции. А моль вещества А плюс Б моль вещества Б превращаются в какие-то продукты. Тогда скорость химической реакции прямо пропорциональна, коэффициент пропорциональности, произведению концентрации реагирующих веществ. Концентрация вещества А умножить на концентрацию вещества Б. В степенях, которые равны коэффициентам в уравнении реакции. То есть концентрация А в степени А умножить на концентрацию Б в степени Б. К называется в этом случае, коэффициент пропорциональности, называется константа скорости химической реакции. Физический смысл этой константы. Если концентрация, я смотрю на уравнение, если концентрация вещества А равна единице и концентрация вещества Б равна единице, то произведение этих концентраций, единица в любой степени будет равна единице, и скорость тогда будет равняться константе скорости. Поэтому говорят, константа равна скорости химической реакции при концентрациях всех реагирующих веществ 1 моль на литр. И второй смысл, он проистекает из уравнения Арениуса. Константа учитывает, какая часть столкновений заканчивается химической реакцией. Мы же сказали, что не каждое столкновение заканчивается реакцией. Если константа большая, то скорость реакции высокая. Если константа очень маленькая, то скорость реакции будет тоже очень маленькая. Ну и теперь применим это уравнение конкретно для реакции синтеза аммиака. Скорость химической реакции прямо пропорциональна константа произведению концентрации реагирующих веществ. Концентрация азота умножить на концентрацию водорода в степенях, которые равны коэффициентам в уравнении реакции. Концентрация азота в первой степени на концентрацию водорода в третьей степени. И общий вывод вот, по закону действующих масс. Скорость химической реакции увеличивается при увеличении концентрации вещества в растворе, увеличении концентрации вещества в газе, это однородные системы, увеличении давления газа и увеличении площади соприкосновения реагентов, то есть измельчении твердого вещества. Естественно, что самая большая скорость будет в том случае, если степень измельчения дойдет до отдельных молекул или отдельных ионов. Третий фактор, который мы разобрали, энергия сталкивающихся молекул. В школе мы учим только правила Ван Гога, влияние температуры. Но на самом деле увеличить энергию сталкивающихся молекул можно не только температурой. Это может происходить в результате радиоактивного облучения, в результате электромагнитного облучения. Очень часто в результате механохимической, говорят, активации, то есть даже при трении, при обычном трении. Ну и какие-то еще есть факторы. Правило Ван Гога читается следующим образом. При повышении температуры на каждые 10 градусов скорость химической реакции возрастает в 2-4 раза. От 2 до 4 раз. Записывается это следующим образом. V2 делить на V1, скорость при второй температуре разделить на скорость при первой, равняется гамма в степени T2 минус T1 делить на 10. Гамма называется температурный коэффициент скорости химической реакции. Он показывает его физический смысл. Во сколько раз увеличивается скорость, если температуру повысили на 10 градусов. То есть гамма равняется отношению скоростей при повышении температуры на 10 градусов. Все процессы в природе имеют температурный коэффициент. Физический, химический и биологический. Наиболее низкий температурный коэффициент у физических процессов. Ну, например, все вы знаете, что на рельсах, между рельсами оставляют стыки, расстояние между соседями специально для того, чтобы учитывать уменьшение длины рельса зимой при сокращении размеров и увеличении летом. Самый высокий температурный коэффициент имеют биологические процессы, от 10 и выше. Ну, температурно-химические коэффициенты где-то по середине.
И, наконец, третий факт, четвертый, последний фактор, от которого зависит скорость химической реакции, но который нельзя было увидеть на той схемке, на разобранной с вами, называется присутствие некоторых других веществ. Не любых веществ. Катализаторы – это вещества, которые увеличивают скорость реакции, а после ее завершения остаются в неизменном виде. А ингибиторы уменьшают скорость химической реакции. Каким образом это происходит? Мы разбираем механизм действия катализаторов и ингибитора. Вот картинка, которую я вывел на этот слайд, называется «Энергетическая диаграмма реакции». Пусть исходные вещества А и Б имели какую-то среднюю энергию молекул этих веществ, которая обозначена как Е-средняя. Продукты реакции АВ имели среднюю энергию, тоже какую-то среднюю энергию. Разница между этими энергиями является тепловым эффектом химической реакции. В данном случае показана экзотермическая реакция. Мы говорили с вами, что не каждое столкновение заканчивается реакцией. Если бы каждое, то непосредственно из этих веществ мы бы сразу переходили в продукты реакции. А поскольку не каждая, то реакция протекает через какой-то энергетический барьер. На вершине этого барьера находится так называемое переходное состояние. А разница между энергией переходного состояния и средней энергией молекул исходных веществ называется энергия активации. Понятно. Вернусь назад. Понятно, что если энергия активации большая, то скорость реакции маленькая. Каким образом катализатор может увеличить скорость реакции? Поскольку катализатор – это не Господь Бог, он должен участвовать в реакции и правдами или неправдами уменьшить энергию активации. Вот теперь я вывожу этот текст. Для увеличения скорости необходимо уменьшить энергию активации. Катализатор поэтому обязан прореагировать хотя бы с одним из исходных веществ. Причем энергия активации такой реакции должна быть небольшой, а скорость высокая. После чего промежуточно образующееся вещество будет реагировать с другим реагентом, превращаясь в продукты реакции и регенерируя катализатор в неизменном виде. Вот показываем, вносим на энергетическую диаграмму реакции, которая была у нас с вами, добавляем на полочку с исходными веществами, добавляем молекулы катализатора. Катализатор реагирует с одним из исходных веществ, энергия активации маленькая, значит скорость большая. Образуя промежуточное соединение АК, которое реагирует с другим исходным веществом, тоже с небольшой энергией активации, переходя в продукты реакции, а скорость стала, естественно, большая, раз энергия активации была маленькой, и регенерируя катализатор К. Вот этот механизм действия катализаторов реализуется во всех каталитических процессах, и в химических, и в биохимических процессах. Только в ряде случаев промежуточные продукты удается идентифицировать и составить строгие кинетические уравнения с их участием. А в ряде случаев их обнаруживают только достаточно сложными физическими методами. Например, вот я сейчас буду разбирать нитрозный способ получения серной кислоты. Промежуточные продукты, образуемые с катализатором, хорошо изучены. А для реакции каталитического окисления с помощью ванадиевого катализатора, которое происходит на поверхности гетерогенного катализатора, промежуточные продукты описаны только с помощью сложных физических измерений. И вот я показываю вам нитрозный способ получения серной кислоты. Реакция окисления сернистого газа кислородом воздуха протекает очень-очень-очень медленно, даже при достаточно высоких температурах. Однако, впервые это было установлено именно в воздухе. Если рядом оказывается молекула оксида азота 2, то они легко и самопроизвольно, быстро превращаются в оксид 4-валентного азота. А оксибурый газ NO2, легко, являясь сильным окислителем, легко окисляет SO2 до SO3 и сам восстанавливается до оксида 2-валентного азота. Эта реакция протекает быстро. Вот так и
регенерировавшийся катализатор возвращается в начало процесса. Вот этот способ производства серной кислоты, нитрозный способ, он осуществлялся в конце 19-го, начале 20 века. Сейчас полностью вытеснен. Почему? Потому что кислород для этой реакции окисления берут из воздуха, с большим избытком воздуха. Полностью избавиться, извлечь из воздуха после прохождения окислительной башни оксиды азота невозможно. И какая-то часть оксидов азота выбрасывалась в атмосферу вместе с воздухом, и над выхлопными трубами всегда присутствовал, ну, в процессах на заводах по производству серной кислоты, так называемый лисий хвост. Это бурый газ, NO2 имеет бурый цвет, и он постепенно рассеивался в атмосфере. Иногда лисий хвост удается наблюдать и сейчас, когда, если внимательно наблюдать, над выхлопными газами теплоэлектростанций. Бурый газ там тоже, к сожалению, присутствует. Значит, вот мы с вами разобрали факторы, которые влияют на скорость реакции. Для того, чтобы закрепить навыки, вот теоретические знания, в тренировочной тетрадке по общей химии в 9 главе приводится группа занятий, там, по-моему, 6 или 7, в каждом 4-5 вопросов, которые формулируются примерно вот так. Перечислите факторы, которые увеличивают скорость, ну, вот таких, скажем, реакций. Или же установите, какая из реакций протекает с наибольшей скоростью, какая наиболее медленно. Ну, это как раз для того, чтобы закрепить теоретические знания. Как и обычно в разделе решения, мы повторяем теоретический материал. То есть, мы говорим, что учебник «Тренировочная тетрадь» – это учебник в какой-то мере наоборот. Вот здесь все перечисляется, то, что было. Вы можете посмотреть потом, когда скачаете презентацию. Единственная фраза добавляется. Ионные реакции между растворенными веществами протекают наиболее быстро. Потому что вещество находится в максимально возможной степени измельчения. И теперь показываем, каким образом анализируются вот эти вопросы. Пусть у нас будет перечислить эти факторы, которые увеличат скорость вот такой реакции. Начинать надо, конечно, с того, чтобы написать уравнение реакции и дать характеристику этой реакции. Пусть не полную, пусть частичную, но обязательно ее осознать. Реакция гетерогенная, потому что магний твердый, а серная кислота взята в растворе. Оба исходных вещества находятся в конденсированном состоянии, то есть ни газ, давление влиять не будет. Скорость реакции будет увеличиваться при повышении температуры. Второе. Рассматриваю исходные вещества. При повышении концентрации исходного вещества кислоты, поскольку магний – твердое вещество, то при измельчении твердого вещества, конкретно магния, на скорость реакции не будет влиять изменение давления, концентрация продуктов реакции и добавление кусочков магния. Второй пример из тренировочных тетрадей. Реакция растворения карбоната кальция в растворе какой-то кислоты с образованием растворимой соли, углекислого газа и воды. Записываем уравнение и даем характеристику. Характеристику полностью взята из тренировочной тетради, коллеги. Реакция гетерогенная, участвует твердое вещество, раствор кислоты. Скорость реакции будет увеличиваться при нагревании, безусловно, при измельчении твердого вещества, то есть при увеличении площади поверхности соприкосновения, при увеличении концентрации ионов водорода, то есть при увеличении концентрации кислоты в растворе. И, конечно, будет зависеть от природы самой кислоты. Кислоты бывают сильные, средней силы и слабые. Скорость реакции не зависит от продуктов реакции, концентрации катионов кальция, углекислого газа, ну и, соответственно, воды. Теперь переходим к рассмотрению вопросов, тестовых вопросов 21-го задания в формате, который предлагается в тестах ЕГЭ 2017 года. Это формат выбора. Два ответа из трех предложенных.
Дайте я посмотрю, простите. 4-5, спасибо, коллеги, это правда. Это правда, коллеги, спасибо. Но мне же нужно поговорить хоть немножко, я же преподаватель все-таки. Я не могу сразу решать и показать вам, как организовывать ум. Если ваши дети слушают кто-нибудь, или вы нет, или потом будут использовать. Вот у меня моя однокурсница, Татьяна Рабаджиева, Татьяна Ильинична, сейчас она замужем, Раменская. И она, к сожалению, 25 лет тяжело болеет и занимается с учениками только дома. И вот она мне в августе месяце призналась, говорит, я скачала твои презентации, и когда рассказываю детям, я их оставляю один на один с твоей презентацией, пусть учат. Поэтому, коллеги, я буду рассказывать долго. Ответ, конечно, 4-5, я проверю ответ, но, значит, я теперь его начинаю разбирать. Значит, прежде всего даю характеристику реакции. Потом начинаю разбирать то, что было. И он, значит, там были предложены. Ионы железа 2+, не являются исходными веществами, поэтому изменение концентрации этих ионов не будет влиять на скорость реакции. Ответ 1 неправильный. Изменение количества твердого вещества на скорость не влияет. Ответ 2 неправильный. А если измельчить это железо, то есть увеличить площадь соприкосновения, то скорость реакции возрастает. Ответ 5 правильный. Следующий неправильный ответ. При уменьшении температуры скорость любой реакции уменьшается. И четвертый ответ правильный. При увеличении концентрации кислоты увеличится концентрация катионов водорода. Поэтому ответы, конечно, 4 и 5. Коллеги, я скажу вам, откуда взяты эти примеры. Значит, сегодня все примеры, вот эти, которые разбираем, и которые будут потом, 6-10 примеров мы разбираем, они взяты из книжки ЕГЭ-2017-30 тестов. То есть той, которую, ну, я рекомендую использовать, начиная с марта месяца, когда вы, значит, перейдете на активную подготовку. Пример 2. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите два воздействия, которые приводят к увеличению скорости реакции обжига перита. Значит, начинаем анализировать эту систему. Значит, характеристика реакции гетерогенная, участвует твердое вещество и газ, окислительно-восстановительное и экзотермическое. Скорость гетерогенной реакции будет увеличиваться при увеличении поверхности соприкосновения реагентов, ответ 1 правильный, при увеличении давления газа, ответ 2 где-то там, при повышении температуры, ответ 3 неправильный, и при увеличении концентрации кислорода, ответ 4 правильный. Вот слова «кислородное дутье» подразумевают, что обогащенный кислородом воздух. Этот прием используется при производстве, вот при обжиге перита, при каталитическом окислении сернистого газа, в доменных процессах используется при получении стали, при каталитическом окислении аммиака. Значит, ответы получились 1-4. Следующий пример. Из предложенного перечня выберите две реакции, скорость которых не зависит от повышения давления. Значит, начинаем разбирать эти реакции, как и обычно, с базовых знаний. От давления, независимо повышение или понижение, зависит скорость реакций с участием газообразных веществ. Поэтому в реакции с участием газообразного вещества нас не устраивает. Базовое знание. Изменение давления влияет на участие реакции с газами. Первая реакция – фосфор твердый, магний твердый. Давление на скорость этой реакции не влияет. Во второй реакции оба исходных вещества являются газообразными, ответ неправильный. И третья реакция – получение сульфида из твердого алюминия и твердой серы. Ответ будет правильный – 1 и 3. Следующий пример. Больше уже таких подробных разборов не будет. Будем разбирать, ну вот прямо рассматривая на экране. От увеличения площади поверхности соприкосновения реагентов не зависит скорость реакции между. Прежде всего, от площади соприкосновения будет зависеть гетерогенная реакция. То есть, либо между двумя твердыми веществами, либо между твердым и газом, либо между твердым веществом и раствором. Серый и алюминий – твердые вещества. Значит, скорость, ответ неправильный. Водород и хлор –
газообразные вещества, они находятся в молекулярном состоянии, скорость не зависит от поверхности. Алюминий и хлор, реакция гетерогенная между твердым алюминием и хлором, реакция, ответ неправильный. Магний и соляная кислота. Магний – твердое вещество, соляная кислота – это жидкость, ответ неправильный. И метан и хлор – два газообразных вещества. Ответы 2 и 5. Следующий формат, возможный формат ответа задания. Из предложенного перечня выберите две реакции, которые в обычных условиях протекают с наибольшей скоростью. Ну, мы с вами говорили, что скорость реакции будет тем больше, чем больше степень измельчения веществ, и самую большую скорость реакции будут иметь реакции между ионами. Обратите внимание, что очень часто, вот начиная анализировать, не обращают внимания на условия. Здесь ставят слова «в обычных условиях». Значит, сразу отбрасываю. Ответ 4. Железо при обычной температуре пассивируется в обычных условиях концентрированной серной кислотой. Отбрасываю ответ 3. Растворение амфотерного оксида в концентрированной щелочи происходит только при нагревании. И отбрасываю ответ 5. Сульфид железа 2 относится к нерастворимым ни в воде, ни в кислотах сульфидам, кроме концентрированной серной и азотной кислоты при нагревании. Но там это происходит реакция окислительно-восстановительная. Поэтому остаются ответы у меня. Железо растворяется в серной кислоте, и наибольшую скорость будет иметь реакция, ионная реакция между сульфатом трехвалентного железа и гидроксидом, раствором гидроксида натрия. Ответы 1 и 2. Следующий пример, 6. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите два воздействия, от которых не зависит скорость химической реакции. Ну, здесь будем анализировать воздействие и вспоминать базовые знания. Ионы водорода являются исходными веществами, скорость реакции зависит от их концентрации. Природа взятой кислоты, скорость реакции всегда зависит от природы реагирующих веществ. Ионы алюминия являются продуктом реакции, и скорость реакции от них, от их концентрации не зависит. От температуры зависит скорость любой реакции, а давление на эту скорость этой реакции не влияет, потому что все вещества находятся в конденсированном состоянии, либо твердое, либо раствор. Ответ будет 3 и 4. Следующий пример. 7. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите два воздействия, которые приводят к увеличению скорости реакции окисления оксида серы 4. Ну, безусловно, первое воздействие возьму катализатор. Понижение температуры не будет, будет уменьшать скорость. Увеличение концентрации кислорода, реакция окисления, увеличивает скорость этой реакции. Размер реактора на скорость реакции не влияет. Уменьшение концентрации исходного вещества, скорость реакции уменьшает. Ответы 1 и 3. Следующее, ну, такого же типа задания. Из предложенного перечня выберите два воздействия, которые не оказывают влияния на скорость химической реакции взаимодействия цинка с хлоридом двухвалентной меди. Ну вот, обращу внимание сразу на ответ. Концентрация купрум-хлор-2 в растворе. Поэтому, когда буду давать характеристику реакции, я обращаю внимание, цинк – твердое вещество, и раствор купрум-хлор-2, то есть реакция гетерогенная, и, следовательно, увеличение площади поверхности соприкосновения влияет на скорость этой реакции. Повышение температуры влияет на скорость любой реакции. Купрум-хлор-2 – это исходное вещество, будет увеличивать скорость реакции. Увеличение давления не влияет на гетерогенную реакцию. И добавление катализатора на эту окислительно-восстановительную реакцию, протекающую с очень большой скоростью, оказывать влияние не будет. Ответы получились 4 и 5. 4 и 5. И, наконец, 9 пример. Увеличение концентрации азота увеличивает скорость какой из этих реакций?
Запишите в поле ответа номера выбранных реакций. Я вспоминаю, что скорость реакции зависит от концентрации только исходных веществ. Поэтому выбираю те уравнения, где азот будет находиться в составе простого вещества и исходного вещества. Получаю уравнение 3 и 5. Ответ будет 3 и 5. И, наконец, последний пример по скорости химической реакции. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите два воздействия, которые приводят к замедлению растворения магния в соляной кислоте. Значит, увеличение концентрации кислоты будет увеличивать скорость реакции. Реакция гетерогенная, измельчение магния будет увеличивать скорость реакции. Разбавление кислоты означает уменьшение концентрации, поэтому скорость реакции станет меньше. Повышение температуры увеличивает скорость химической реакции всегда. А добавление ингибитора, ингибитор – это вещества, которые уменьшают скорость реакции. Поэтому ответ в этом случае будет 3,5. Пожалуйста, по разделу скорость химической реакции, если есть вопросы. И все попадали в ответы правильно, да? Но это мы не обсуждаем, коллеги. Значит, ответы... Я рад, что вы пытались решать, и поэтому и старался изо всех сил пояснять, вот как организовывалось использование базовых знаний. Пойдем к следующей презентации, пожалуйста. Значит, презентация называется «Химическое равновесие». В этом году этот вопрос будет расположен под номером в блоке теоретической химии под номером 24. Значит, начинаем разбирать этот вопрос. Схема разбора будет такая же. Краткое изложение теоретических знаний. После этого 6 тестов, которые предложены в формате ЕГЭ-2017. Но они практически, формат этот уже использовался в прошлом году. Значит, все химические реакции принципиально разделяются на необратимые и обратимые. Примеры необратимой и обратимой реакции. Что отличает два этих уравнения, кроме значка туда-сюда? Значит, необратимая реакция протекает до полного расходования исходных веществ. В обратимой реакции в смеси присутствуют все участники реакции. Вот я сегодня вспомнил, как в 92 году у меня была командировка в Каширу. Это Подмосковье, там... торфяные разработки. И я в апреле месяц, то есть апрель месяц, коллеги, приезжаю туда в командировку, делаем свои дела, прекрасная погода, небо чудесное, то есть замечательная весна. А в воздухе ощущается, вначале я подумал, что мне кажется, ощущается запах гари. Вы знаете, такое ощущение, что кто-то только что жарил котлеты. И я, сделав дела, вечером спрашиваю, скажите, вот мне кажется, что пахнет гарью или нет? Ну, конечно, говорит, пахнет, торфяники еще от прошлого года горят. То есть прошел год, поскольку кислород и в торфе присутствует углерод, реакция не могла закончиться до самых, более года. И признаки необратимых реакций, условия необратимости. Те, которые были для растворов, для реакции в растворах, образование осадка, газа, воды, слабого электролита и добавляем еще выделение большого количества тепла. Для обратимых реакций эти признаки, как правило, отсутствуют. Пусть дана обратимая реакция. А моль А плюс Б моль Б превращаются в ДД плюс П П. Составим график, пусть по оси X, Y будет отложена скорость реакции, по оси Y отложено время. Пусть вот это будет скорость прямой реакции. Понятно, что она будет во времени уменьшаться.
Скорость обратной реакции во времени будет увеличиваться. Но если реакция обратимая, то наступает такой момент времени, который называют время достижения состояния равновесия, после достижения которого мне кажется, что скорости реакции перестают изменяться. На самом деле скорость прямой реакции, уменьшение скорости прямой, компенсируется увеличением скорости обратной реакции. И вот такое состояние называется химическим равновесием. Это состояние системы, в котором скорость прямой реакции равна скорости обратной реакции. Для химического равновесия, для характеристики, применяют три понятия. Это равновесие динамическое, то есть это равновесие двух скоростей. Это равновесие подвижное, то есть можно изменить положение равновесия, изменив скорость какой-либо реакции. И, наконец, это равновесие кажущееся. Мне кажется, что никаких изменений нет, а на самом деле две реакции протекают с одинаковыми скоростями. И вот примером того, что химическое равновесие является кажущимся, представьте, что у вас имеется закрытая бутылка минеральной воды. Если она стоит просто на столе, то вам кажется, что там никаких процессов не происходит. Но если вы возьмете эту бутылочку и встряхнете ее, то вы увидите, что из жидкости выделились пузырьки газа, и бутылочка немножко раздулась, то есть увеличилось давление внутри бутылки. Но пройдет каких-то 2-3 минуты, и размеры бутылки вернутся к первоначальным, и опять все пузырьки газа исчезнут. То есть, когда мы оказали воздействие на систему какую-то, то у нас на какой-то момент положение равновесия нарушилось, и мы увидели, что там действительно протекали две реакции. Причем растворение углекислого газа произошло достаточно быстро. Смещение положения равновесия, вот цель нашего занятия. Нужно понять, что равновесная система характеризуется набором параметров. Концентрация С, давление P и температура T, при которых скорости прямой и обратной реакции равны. Если изменить концентрацию, давление или температуру, то скорости реакции изменятся, и система начнет переходить в новое равновесное состояние, изменяя концентрации веществ. Говорят, происходит смещение положения равновесия в сторону прямой, ну, соответственно, или обратной реакции. Смещение положения равновесия определяется по принципу Ле-Шателье, ну, строго говоря, Ле-Шателье-Браун. Если на систему, которая находится в состоянии равновесия, оказать внешнее воздействие, то положение равновесия сместится таким образом, чтобы ослабить это воздействие. Принцип Ле-Шателье имеет, ну, много формулировок, там и более сложные, и более простые. Вот мне нравится примерно такая, как сейчас показана на экране. Нужно осознавать, коллеги, что принципу Ле-Шателье подвержены любые системы – химические, биохимические и социальные. То есть все они подчиняются принципу Ле-Шателье-Брауна. На положение равновесия влияют только три фактора – концентрация, давление для газообразных веществ и температура. Все остальные воздействия – катализатор, ингибитор, измельчение, перемешивание, молитва – на положение равновесия не влияют, а могут только изменить время достижения состояния равновесия. Например, если вы вспоминал сегодня бутылочку с минеральной водой. Если открыть бутылку с минеральной водой и налить себе в стакан, и забыть выпить эту воду, ну кто-то меня отвлек, оставить ее на столе. Подойти, скажем, завтра или послезавтра и взять эту воду, то вы убедитесь, что вода пресная, весь углекислый газ из нее вышел. Если вы, когда нальете воду, возьмете и будете в этом стакане энергично перемешивать ложкой или там какой-то другой мешалкой, то углекислый газ выйдет не за 2 дня, а, скажем, за 30-40 минут. Но конечным итогом все-таки будет, углекислый газ вышел, и система перешла в какое-то новое равновесное состояние.
Положение равновесия не изменилось, углекислый газ вышел. Изменилось только время достижения положения равновесия. И вот мы сейчас на примере синтеза аммиака, то есть классический школьный пример, будем разбирать эти примеры влияния концентрации, давления и температуры. Понимать влияние концентрации на положение равновесия, коллеги, ну когда-то я осваивал так, я начинаю с закона сообщающихся сосудов. Ну пусть это будет сообщающийся сосуд, и в левом и правом колене жидкость находится на одном уровне, система в равновесии. Если в левое колено добавить исходное вещество, то вы знаете, что жидкость переместится в правую сторону. То есть система ослабит оказанное воздействие, переместившись в правое колено, ну, грубо говоря, в сторону продуктов реакции. Но больше я такую картинку рисовать не буду. Теперь мы будем разбирать все воздействия следующим образом. Вот пусть это у меня равновесная система. И образом равновесной системы будет вот такая вот Т-образная две линии. Если я увеличил концентрацию исходного вещества, то есть его стало больше. Принцип Лешателье говорит, надо ослабить это воздействие. То есть ослабить, значит, израсходовать это вещество. Ослаблю я таким образом, чтобы сместить положение равновесия в сторону прямой реакции, в сторону продуктов вправо. Если увеличить концентрацию водорода, ну такой же точно образ, водород находится слева, концентрацию увеличил, тоже положение равновесия сместится в правую сторону, к продуктам. Если же увеличить концентрацию аммиака, это продукт реакции, то положение равновесия сместится в сторону исходных веществ. В 96-м году я работал в 112-й школе в Ростове, и ученицы мне подсказали вывод по этим зависимостям. 9 класс. Повышение концентрации отталкивает равновесие. Повышение концентрации отталкивает равновесие. Теперь начинаем разбирать уменьшение концентрации. Если уменьшить концентрацию азота, ну как бы я закрыл азот здесь, то система должна ослабить воздействие, восстановив убранный азот, то есть равновесие сместится в левую сторону. Если уменьшить концентрацию водорода, то равновесие тоже сместится в левую сторону. А если уменьшить концентрацию аммиака, аммиак – продукт реакции, то равновесие сместится в правую сторону. И вывод будет следующий. Уменьшение концентрации притягивает равновесие. Значит, повышение концентрации отталкивает, а уменьшение притягивает. Ну, в таком виде, конечно, на лекции давать нельзя, поэтому мы записываем с вами тот правильный вывод, который должен быть, ну, приводиться в лекциях, на уроках, ну, там, при пояснении. Увеличение концентрации исходных веществ смещает положение равновесия вправо в сторону прямой реакции. Увеличение концентрации конечных продуктов реакции смещает положение равновесия влево в сторону исходных веществ. Уменьшение концентрации исходных веществ уменьшает выход продукта реакции. А уменьшение концентрации продуктов увеличивает выход продукта реакции, смещая положение равновесия в правую сторону. Ну, вам судить, какой образ будет более наглядным. Второй фактор, который мы разбираем, влияние давления. Условно давление – это число молекул газа. Это не совсем правда, но позволяет отвечать на тестовые задания, скажем так. Поэтому вначале разбираю базовое знание. Поскольку давление – это число молекул газа, то если увеличить давление, как должна отозваться система? Уменьшать число молекул или увеличивать число молекул? И мы записываем основополагающий вывод. Повышение давления смещает положение равновесия в сторону уменьшения числа молекул газообразных веществ. Имеются учителя, которые любят говорить уменьшение объема. Ну пусть будет уменьшение объема. И я начинаю разбирать, как влияет давление на вот эту реакцию. Первое, что я делаю, вычисляем число молекул в левой и правой частях системы. Обозначил равновесную систему в левой части. Перед азотом коэффициент 1, перед
перед водородом 3. В правой части перед аммиаком цифра 2. Повышение давления к меньшему числу молекул газа. То есть в этом случае равновесие сместится в правую сторону, увеличивая выход продуктов реакции. И, наконец, последний пример влияния, ну, последний фактор влияния температуры. Значит, основополагающее знание, которое вытекает из принципа Ле-Шателье. Если я нагреваю какую-то систему, то она должна начинать самоохлаждаться, то есть поглощать подводимое тепло. Повышение температуры смещает равновесие в сторону эндотермической реакции. Если прямая реакция экзотермическая, то обратная будет эндотермическая. И вот в этом году кто-то из учеников мне подсказал, теперь я буду оформлять и вас прошу, советую вам оформлять вот в таком виде. Составляю образ равновесной системы. На правое продукты реакции написал с выделением теплоты, значит, исходные вещества были с поглощением теплоты исход, в левую сторону. Повышение температуры, базовое знание, к поглощению тепла. Положение равновесия сместится при нагревании в сторону исходных веществ. И вот для того, чтобы закрепить, ну, изученную теорию, в книжке «Тренировочная тетрадь» в разделе третьем, который называется «Химическое равновесие», приводится, ну там, по-моему, 6 или 7 заданий вот такого типа. Перечислите факторы, которые будут смещать положение равновесия в системе вправо, ну, соответственно, или влево. В разделе «Ответы», так как и положено в учебнике наоборот, приводится теоретическое объяснение этого материала, то есть то, что я вам сегодня только что рассказывал. И теперь, поскольку аммиак мы уже только что я разобрал, мы разберем только влияние, какие факторы будут смещать положение равновесия реакции СО2 плюс твердый уголь с образованием угарного газа и поглощением теплоты, какие факторы будут влиять. Поскольку факторов 3, то я все 3 и разбираю. Влияние концентрации. Если увеличить концентрацию углекислого газа, равновесие смещается вправо. Если уменьшить концентрацию угарного газа, равновесие тоже будет смещаться вправо. Влияние давления. Вычисляем количество газообразных веществ. В левой части 1 плюс 0. Углерод – это твердое вещество, в правой части 2. Чтобы сместить равновесие вправо, нужно уменьшать давление. И, наконец, влияние температуры. Прямая реакция эндотермическая с поглощением тепла, обратная с выделением тепла. Чтобы сместить равновесие вправо, нужно повышать температуру. Ну и вывод, который записан книжки «Тренировочная тетрадь». Положение равновесия сместится в сторону прямой реакции, вправо. Если увеличить СО2 или добавить СО2, уменьшить СО или удалить СО, уменьшить давление и нагревать, повышать температуру. И вот теперь, когда мы разобрали эти задания, переходим к разбору заданий в формате ЕГЭ 2017 года. Пусть будут даны пример 2. Установите соответствие между уравнением реакции и направлением смещения положения химического равновесия при увеличении давления в системе. Поскольку у меня четко сформулировано увеличение давления в системе, я вспоминаю базовое знание. Повышение давления к уменьшению числа молекул газа. И начинаю разбирать каждый вопрос по отдельности. Для каждого задания составляю образ равновесной системы, показывая, что давление будет увеличено. Вычисляю число молекул слева и справа. 1 плюс 1 – 2. Понятно, что так как число молекул не изменилось, давление на смещение равновесия в этой системе оказывать не будет. Ответ А – 3. Переходим ко второму уравнению образования оксида азота-2. Точно так же
Составляю образ системы и вычисляю число молекул газа в левой части системы и в правой части. Вывод получается тот же самый. Число молекул газа не изменилось, давление на равновесие не влияет. Ответ Б тоже 3. Теперь переходим к следующему пункту, к заданию В. Составляем образ системы и вычисляем число молекул в левой и правой частях уравнения. Углерод, уголь, твердое вещество 0 плюс 1. Углекислый газ 2. Поскольку базовое знание повышение давления к уменьшению числа молекул газа, равновесие будет смещаться в левую сторону, в сторону исходных веществ. Коллеги, я специально записываю, ну, поверьте мне, что я понимаю, что здесь сумма сразу была единичка, для того, чтобы не забыть о каждом из исходных веществ или продуктов реакции. Потому что если, например, у меня будет несколько продуктов веществ, ну, получение азотной кислоты, там будут и газообразные вещества, и жидкости, и молекул много, ошибиться можно запросто. И, наконец, последний пример разбираем. Окисление сернистого газа до серного ангидрида. Составляем образ равновесной системы и считаем, как число молекул газа слева получилось 2 плюс 1, справа 2. Базовое знание к уменьшению числа молекул газа в правую сторону. Ответ будет 1. И в бланк ответа, номер один мы запишем цифры 3, 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. Пример 3. Пример 3. Соответствие, уравнения те же самые, коллеги, но только смещение положения равновесия при охлаждении. Точно так же. Вы уже наверняка обратили, может быть, даже надоел я вам. Я все время люблю повторять слова «базовое знание». Запоминайте, пожалуйста, основы. Высокие материи мы разберем где-то потом, если понадобится. Базовое знание, раз у меня охлаждение, уменьшение температуры к выделению тепла. Уравнение обозначается плюс Q. Вот когда я подготовил себе это знание, я начинаю анализировать все уравнения. Первое уравнение. Образ системы. Температура у меня понижается. На правой, справа теплота выделялась, слева теплота поглощалась. В соответствии с базовым знанием равновесие будет смещаться в сторону продуктов реакции. Ответ А1. Анализирую следующее уравнение. Опять создаю образ системы при понижении температуры. На левом записал сразу. Прямая реакция с поглощением теплоты, значит обратная с выделением. Нагревание, уменьшение температуры будет смещать в сторону исходных веществ. Ответ Б – 2. Теперь переходим на третий пример. Значит, составляем образ системы. Записываем тепловые эффекты, исход прямой реакции и обратной реакции, уменьшение температуры к выделению тепла. Вот наше базовое знание. Ответ В – 2 в сторону исходных веществ. В сторону исходных? Да, слава Богу. И ответ ГЭС проверяем, составляем образ системы. Поэтому записываем тепловые эффекты, прямая реакция с выделением, обратная с поглощением. Охлаждение смещает в сторону выделения тепла. Ответ Г – единичка. И запишем ответы 1, 2, 2, 1. Коллеги, ну сейчас хочу секундочку вздохнуть. Обратите внимание своих учащихся. В бланк ответа не записывают никакие пояснения. Вот у меня уже были
пробники прошли в одной школе в Ростове по химии, я проверял. И получилось, что несколько человек дописали туда комментарии, поставили запятые лишние вот между значками. Никаких дополнительных знаков. Запятые могут быть только в решении задачи, где указано, запишите ответ с точностью там, до сотых, до десятых, до каких-то. Все остальные только знаки без всяких пробелов, без запятых. Следующий пример, пример 4. Значит, пример немножко более тяжелый, потому что здесь придется базовое знание вспоминать для каждого конкретного воздействия. Установите соответствие между оказываемым на систему, она уже была сегодня, воздействием и направлением смещения положения равновесия. Значит, я начинаю разбирать. Первое у меня было повышение давления. Базовое знание. Повышение давления смещает к уменьшению числа молекул газа. Обозначаю равновесную систему и вычисляю число молекул газа в левой части 0 плюс 1 плюс 0. 1 плюс 0 и 2. Повышение давления к меньшим молекулам газа, то есть в сторону исходных веществ. Ответ А – 2. Второе воздействие – нагревание. Базовое знание, то есть каждый раз приходится вспоминать базовое знание. Повышение температуры к поглощению тепла обозначается минус Q. Образ равновесной системы, тепловые эффекты, прямая реакция эндотермическая, обратная реакция экзотермическая. Повышение температуры в сторону поглощения тепла. Ответ Б – 1 в сторону прямой реакции. Следующая система, следующее, добавление катализатора, базовое знание. На положение равновесия влияют только С, П, Т. Поиск ответа. Катализатор не С, не концентрация, не П, не давление, не температура. На положение равновесия не влияет. Ответ В. 3. Ответ В. 3. Ну и, наконец, удаление угарного газа. Как это понимать? Угарный газ, удаление угарного газа равноценно уменьшению его концентрации. Уменьшению его концентрации. Базовое знание. Уменьшение концентрации притягивает равновесие. Поэтому составляю образ равновесной системы. Угарный газ – это продукт реакции. Уменьшение его концентрации смещает равновесие в правую сторону. Ответ Г – 1 в сторону продуктов реакции. В сторону продуктов реакции. Следующий пример, пример 4. Установите соответствие между уравнением реакции и изменением выхода продукта реакции при увеличении давления. Ну, здесь единственный осложняющий фактор – вспомнить, что такое продукт реакции. Значит, я вспоминаю базовые знания. Продукт реакции, увеличение продукта реакции, то есть произойдет при смещении положения равновесия вправо, а при увеличении давления – положение равновесия, у меня спрашивают при увеличении давления, положение равновесия смещается в сторону меньшего числа молекул газа. И вот теперь я начинаю разбирать эту систему, ну, сразу собирая всю ее вот здесь. Пусть у меня было первое уравнение, значит, ну, здесь вышел ответ сразу. В левой части уравнения 3 молекулы газа, в правой части 2. При повышении давления равновесие смещается вправо, выход продуктов реакции увеличивается. Вторая реакция – разложение йодистого водорода. В левой части 2 молекулы газа, в правой 1 плюс 1 тоже 2. Повышение давления на положение равновесия влиять не будет. Следующую реакцию разбираем. N2 плюс O2 образуется оксид азота двухвалентного. В левой части 2 молекулы газа, в правой тоже 2. Повышение давления на положение равновесия оказывать влияние не должно. Ответ 3. И, наконец, последняя реакция.
взаимодействие угарного газа с водой с образованием углекислого газа и водорода. В левой части 1 плюс 1, в правой тоже 1 плюс 1. И положение равновесия тоже влиять не будет. И мы запишем в бланк ответов 1, 3, 3, 3. Коллеги, я обращаю вот на примере этой, ну вот на этом примере как раз здесь хорошо видно, что в некоторых заданиях вам обязаны указать агрегатное состояние. Ну, например, йод бывает как твердым веществом, так и жидкостью. Вода может быть твердой или жидкой в какой-то системе. SO3. Это мы привыкли писать, что это газ, а его температура плавления, по-моему, около 20 градусов. То есть это вещество белого цвета, ну, легкоплавкое, легко испаряет. Температура плавления или кипения, по-моему, да, около 20 градусов. Поэтому вам эти агрегатные состояния указывают. А те вещества, вот кислород, азот, угарный газ, водород, агрегатные состояния вам могут и не указать. Дети должны будут описывать их сами. Следующий пример. Пример следующий. Пример шестой. Ну, это будет сегодня последний пример. Я очень быстро провел занятие, но ничего. Так, вопросы есть? Ой, я боюсь вопросов. От школьников? Тогда согласен. От коллег боюсь вопросов, потому что коллеги всегда очень грамотные вопросы задают. Так, установить соответствие между добавляемым веществом и направлением смещения положения равновесия, вот, ну, например, в системе между равновесие, которое осуществляется в растворе аммиака, существует равновесие между катионами аммония и гидроксид-анионом и добавляемым веществом. Как анализировать такую, ну, такое задание или подобные задания, коллеги? Значит, перехожу на следующий слайд и буду его разбирать теперь подробно. Значит, что значит добавление хлорида натрия? Хлорид натрия – это сильный электролит, это соль, которая диссоциируется с образованием катионов натрия и хлорид аниона. Составляю образ равновесной системы, и добавление катионов на этой соли равноценно увеличению концентрации катионов натрия в этом растворе. Поскольку катионы натрия не являются продуктами реакции, то на равновесие они влиять не будут. То же самое относится и к анионам хлора, поскольку они не являются продуктами реакции. Поэтому ответ 3 для хлорида натрия будет «не влияет», ответ 3. Если мы добавим хлорид аммония. Хлорид аммония – это соль, которая является сильным электролитом, поэтому диссоциируется с образованием катионов аммония и хлорида аниона. Добавление хлорида аммония равноценно увеличению концентрации ионов аммония и хлорида анионов в растворе. Составляем образ равновесной системы. Если мы увеличили концентрацию ионов аммония, то мы в правую часть добавили катионы аммония, и равновесие по принципу Леша-Телье сместится в сторону исходных веществ. Хлорид анионы на положение равновесия влиять, коллеги, это ошибка. Хлорид ионы на положение равновесия влиять не будут. Ну, вот мы здесь видели. Поэтому ответ будет влево 2. Теперь разбираем, как будет влиять добавление гидроксида натрия. Тоже сильный электролит. Поэтому добавление гидроксида натрия равноценно увеличению концентрации гидроксид ионов. Катионы натрия, мы разобрали, на положение равновесия не влияют, а гидроксид ионы являются продуктом реакции диссоциации и будут смещать положение равновесия влево в сторону исходных веществ. Самый тяжелый для объяснения здесь вопрос – это что будет происходить при добавлении соляной кислоты. Соляная кислота вроде бы тоже не является продуктами реакции, но гидроксид ионы реагируют с катионами водорода с образованием молекул воды. Поэтому увеличение концентрации гидроксид иона равноценно означает уменьшение концентрации гидроксид иона. И в соответствии с принципом Леша-Телье равновесие сместится вправо в сторону продуктов реакции. Но хлорид ионы на положение равновесия не влияют. И ответ будет вправо в сторону продуктов реакции. Коллеги, ну те примеры, которые я подготовил, я исчерпал, если есть вопросы.
Пожалуйста, закрывайте тогда презентацию, попробую отвечать. Так, что у нас там? Давайте смотреть, откуда начинается. Так, подождите. Значит, там выше был один, по-моему. Продублировали. Как обозначать количество? Коллеги, значит, в этом вопросе вот обозначать ню или n, все зависит от ваших привязанностей. Почему? Ну, когда еще в 90... Вернее, только когда появилось это обозначение, первый раз в 76-й, то ли 77-й год это был, впервые появились это обозначение ню и в учебниках, и везде. В номенклатурном справочнике ИЮПАК написано, допускается использовать обозначение как n, так и ню, обозначать количество вещества буквами, символ, буквами n и ню, отдавая предпочтение первому. Но поскольку ИЮПАК разрешает использовать оба, то оба обозначения допустимы. Так, дальше что? При действии на нахождении избытка недостатка. Сейчас, подождите, все, фамилию не вижу. Сейчас. Выполнять любым способом или путем сравнения именно количеств веществ. Коллеги, значит, вы знаете, что там написано, в критериях написано, ну, это можно посмотреть в демоверсии, эта же фраза повторяется и в критериях, допускается решение, правильное решение любым способом, не искажающим сути задания. Поэтому, если ваш ребенок справится с решением задачи, составляя пропорции, ну, когда-то я, когда пришел в школу, это был 92-й год, я работал, все-таки 15 лет отработал, и мне тогда понравился способ решения задач, который я подсмотрел, естественно, у своей коллеги, замечательной учительницы, к сожалению, уже умерла. Она решала задачу, мы называли по заповедным буквам. Ну, вы знаете этот способ. Я внизу вначале подписываю коэффициенты, потом подписываю малярную массу, потом подписываю произведение коэффициента на малярную массу и называю это масса действующая или масса теоретическая. Вот с таким способом задачу, дети у меня решали задачи совершенно легко, просто и беспроблемно. Потом, как, ну, но естественно, что такой способ позволяет вам решать задачи только в одно, максимум в два действия. Хотя, ну вот проверяя работу эксперта, если среди детей, которые решали задачу не по молям, до ответа, ну вот за несколько лет, которые я работаю, добрался, ну вот я видел только одну задачу, которая добралась до ответа, девочка и не запуталась. Все остальные дети, которые решают задачу с использованием граммов, литров, они просто запутываются в расчетах, каким-то образом запутываются. Ну почему? Если ваш ребенок будет определять без ошибок, так, ради Христа, эксперт не имеет права вас снижать вам оценку. Так, следующее. Будут ли включены занятия на электролиз с активными электродами? Коллеги, я понимаю задания на электролиз с активными электродами. Ответ на этот вопрос знает только Даида Александровна Каверина, и звучит он следующим образом. Откройте пакет и увидите. Это ее любимые слова. Женщина совершенно замечательная, играет на нашей с вами стороне, на стороне учащихся, но на все вопросы, связанные с содержанием тестов этого года, ответ услышали. Откройте пакеты, увидите. Задача на выведение формулы органического вещества по массовым долям элементов. Можно ли решать с конца? По данным найти малярную массу, затем по массовой доле вычесть содержание углерода и так далее. Коллеги, любым способом, который вы, ваш ребенок, лишь бы он использовал все данные, и задача была решена логически правильно. Да, между прочим, если вы посмотрите, обратите внимание, ну, в прошлом году уже были в книжке Аделаиды Александровны Каверины 30 тестов, издание, ой, просвещение, конечно, называется, я боюсь соврать, какое издание, но, в общем, что Аделаиды Александровны Каверины. И в разделе решения таких вопросов у нее некоторые задачи так и решаются. Вначале находится малярная масса вещества, потом вычисляется количество соотношения реагентов ради Христа. Значит, в органических превращениях используют формулы только полные, структурные или полуструктурные. Полуструктурных формул термина нет. Используются формулы структурные, развернутые и скелетный термин.
Вот то, что написано в, извините, я пересел. То, что написано в критериях, которые приходят, допускается использовать формулы любого вида. Те, которые вы называете полуструктурные, это имеется в виду, что, например, вы будете писать формулу, ну, 2 метилбутана. Вы напишите CH3, одинарная связь CH, вниз CH3, одинарная связь CH2, одинарная связь CH3. Да, такие формулы. А понимаете, полная структурная — это такая формула, которую вы пишете в виде связей. То есть, если ваш ребенок попытается такую писать, он запутается. Ну, то есть все молекулы, эти 4-валентный углерод в виде. Это совершенно страшная формула. Единственное, что обратите внимание, коллеги, и вот. Хотя я работал в школе, но я вначале не понимал этого. Оказывается, что очень многие наши, ну вот, когда появилось задание, по моим понятиям, если я написал C6H5, ну, например, формула Талола, C6H5CH3, то по моим понятиям это полное соответствие, ну, отражает строение вещества. Оказывается, нет, не отражает. Вот уже буквально, ну, то, что я сегодня вспомнил, проверял ЕГЭ, и оказывается, что формулу бензойной кислоты, значит, нужно было написать реакцию окисления, горения, написать реакцию горения этилбензола, или этилбензола до углекислого газа и воды. И оказалось, что когда стали дети вычислять формулу этилбензола, они ее писали как структурную формулу, у них получилась формула C6, C2, C7. Я долго не мог понять, почему у них не сходятся коэффициенты. Оказывается, что написав формулу бензола, они атом углерода, который входит в боковую цепь, посадили в вершинку шестиугольника. И когда стали считать, у них формула получилась, ну, то, что я назвал C7, там и сколько-то атомов водорода уже. Водород, атомы водорода сошлись, H10, здесь все правильно получилось. Это безусловно ошибка. И когда ваш ребенок будет писать, обратите внимание, если он будет писать, показывать атомы углерода, полностью обязательно вырисовывает их прямо в вершинку, в крестик, вот там, где пересекаются, ну, углерод-углеродные связи, вот шестиугольник, вершинку не сбоку, не пририсовывать, потому что иначе они ошибаются, дети, понимаете? Вот, следующий вопрос смотрю. Какой? Писать условия проведения реакции в осуществлении превращений. Вас об этом не просят. Значит, если вы напишете условия, вот, например, указать водный раствор калий-OH или спиртовой раствор калий-OH, ваш ребенок обязан. Это принципиально. И здесь я имею право, если он не указал условия, я имею право ему не зачесть. А если не укажет температуру или над стрелочкой катализатор, то это, за это я ему оценку снижать не имею права. Понимаете? Вот, между прочим, требование писать формулы в структурном виде, оно произошло, это вот как раз, когда анализ работы детей. И оказалось, что на рубеже 8-9 год это очень многие учителя писали уравнение реакции в структурном виде. Например, пропан с хлором. C3H8 плюс хлор 2. C3H7 хлор плюс H хлор. C3H7 хлор плюс натрий OH, C3H7OH плюс натрий хлор там получается. И поскольку у ребенка конечный продукт получался вроде бы спирт, потом вроде бы пропен, я обязан был ему засчитывать эти уравнения реакции. А тому ребенку, который начал писать это же самое уравнение, но формулу пропана написал в структурном виде и написал хлорирование по первому углеродному атому, мы не зачитывали задание. И вот спасибо, значит, законодателям, то есть разработчикам, тем, кто составляют критерии, вот начиная с 10 или с 11 года, кажется, появилось требование составлять уравнение органических реакций в структурном виде. Так, все, кажется, ответил. Так, дальше, пожалуйста. Больше нет вопросов? Ну, если нет вопросов, то, пожалуйста, коллеги. Если нет, то тогда модератор.
Про книжечки. А коллеги, значит, вот напомнила, спасибо модератору, вышла книжечка «Тренировочная тетрадь по неорганической химии». Она переиздана. Значит, вот вышла она совершенно недавно, буквально несколько дней назад. Но если вы сейчас находитесь на изучении неорганической химии, то она может вам оказать помощь. Там приводятся уравнения реакции. Ну, мне кажется, что большинство тех, которые вам должны будут попасться. Ну, могут попасться. Поэтому, пожалуйста, да, тем более, что я по срокам, получается, как раз сейчас, я лично сейчас нахожусь на середине неорганической химии, как раз с некоторыми учениками на азоте, с кем-то на сере, с кем-то еще учу, там хлор начал учить, но вот как раз на середине. Поэтому, коллеги, если вам поможет, то, пожалуйста, заказывайтесь в издательстве, они вам пришлют, конечно. Всем всего доброго, до свидания.